Привет, с вами Лилис и своим фэшн-блогом. До праздника осталось совсем чуть-чуть, и потому сегодня я представлю вам свой новогодний outfit of the night. К сожалению, из-за сессии уехать на Рождество у меня никак не получается. А так встречала бы я Новый год в купальнике, в шлепках, где-то в жарких странах. Но приходится выбирать наряды в соответствии с нашим климатом. Кстати, никто не в курсе, какая там погодка на ночь намечается. Свой наряд я, как и в том году, покажу вам в конце видео. А сейчас продемонстрирую свой макияж. Сначала я наношу на лицо воздушную тональную пенку Maybelline Dream Nude Mousse, безупречный тон. Использую я для этого плоскую кисть MAC с довольно жесткой щетиной. Затем делаю небольшую паузу, чтобы тональный крем улегся, прогрелся от температуры кожи и приобрел идеальную пластичность и ровность. При помощи кисти QVS наношу бронзатор Essence Sun Club и пудру Catrice Multicolor. Теперь глаза, зеркало души, как говорится. Мой новогодний наряд, которому я делаю этот макияж, глубокого изумрудного цвета. К нему подойдет синяя гамма теней Bourjois Smokey Eyes. Обожаю стрелки. Обычно стараюсь делать их очень деликатными, тоненькими, но по случаю Нового года можно добавить пигменты. Я наношу контур на веко, используя ярко-голубой карандаш Bourjois Metalis. И завершаю оформление контура при помощи черного карандаша Bourjois Effect Smoky с кисточкой для растушевки. Праздничного настроения этому макияжу добавят голубые блестки Glossy Blossom. Ну и в финале наношу черную тушь для ресниц Maybelline One by One. И теперь, наконец, губы. Обвожу контур карандашом для губ Vivienne Saba Jalisse Lever, а сверху покрываю помадой Catrice Hollywood Fabulous. Причем, поскольку оттенок довольно насыщенный, будет достаточно совсем тонкого слоя. Лак для ногтей я пока не выбирала. Посмотрю потом, какой больше подойдет. Итак, новогодний образ готов. Высоких навороченных причесок я никогда не делаю, так как увереннее всего чувствую себя, когда волосы распущены и выпрямлены. Этот современный лук идеально подходит к интерьеру ресторана «Цукер», где мы с друзьями собираемся встречать Рождество. Если вам есть чем похвалиться, то присылайте свои новогодние образы и поздравления друзьям. И эти видеоответы я с удовольствием выложу у себя в блоге. Я поздравляю всех вас с наступающим Новым годом. Желаю вам любви и влюбленности, красоты и здоровья, вдохновения и сказочных приключений. Пусть 2013 год будет самым-самым лучшим. А на сегодня это все. С вами была Лили Ли со своим фэшн-блогом. До новых встреч в новом году. Пока-пока.